Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Вот наконец-то я закончил самоходную артиллерийскую установку «Фердинанд» от фирмы «Звезда». Работой доволен. Сам набор мне в сборке очень понравился. Но надо быть аккуратным и осторожным, когда вы будете ставить надгусеничные полки. То есть не поставьте их раньше времени. Сначала поставьте гусеницы, а только после этого надгусеничные полки. Это вот одно из предупреждений, которых я хотел вам сказать и забыл сказать в других сериях. Сборкой набора я доволен. Все стыковалось хорошо, без проблем. Модель собиралась быстро и никаких косячков во время сборки особых не вылезло. В покраске модель мне тоже понравилась, как я ее сделал, как наносил камуфляж. Надеюсь, вы видели в предыдущих сериях масляные точки и смывку. Я показывал, как делаю, только не показал запыление. В принципе, тут особо ничего сложного нету. Запылил я пигментами Амамик. И потеки дождя я сделал тоже жидкостями Амамик. Довольно хорошо, реалистично получилась модель. Если вы захотите ее приобрести, вы без проблем можете приобрести ее в магазине «Я моделист». Ссылка на модель будет в описании под видео. В целом я набором очень доволен и хочу его порекомендовать как для начинающих моделистов, так и для профессионалов. Модель интересная и самодостаточная. Ну, друзья, после видео будет фотосессия, там модель вы рассмотрите намного лучше. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким, друзья.